Так, тестируем перцемолочку. Вот наша перцемолочка. Открываем отсек. У меня там уже есть немножко перца. Засыпаем перец. Я тестирую на смеси 4 перца. Закрываем наш отсек для специй и крутим. Крутится относительно легко, но иногда тяжеловато. Придерживать надо хорошо, потому что вырывается. Вот. И на выходе получаем вот такой вот молотый перчик.